И даже ракета нас тоже пролетела. Были повреждены крыши, повылетали окна у некоторых там домах, но никто не пострадал. По чистой случайности или как. Даже царапин ни у кого не было. Просто делались легким испугом. И вот ходят легенды, или я не знаю, не легенды, может быть, это и правда. Если тут действительно грабили эти галеры, значит, где-то что-то есть закопано. Все уверены в этом.